Здорово! Сегодня для игроков Аризоны я подготовил интересное мероприятие. По всей карте GTA San Andreas я прятал свою машину, и тот, кто найдет ее первый, получит очень сочный приз. Поэтому не будем затягивать, прямо сейчас ставь лайк и желаю тебе приятного просмотра. Ну что, народ, мы снова с вами на Грустрите, как обычно у нашего дома, и первое, чем мы займемся, это сменим наш транспорт. Сделать я это хочу для того, чтобы, во-первых, привлекать меньше внимания, ведь, я думаю, Буллет, сами понимаете, очень привлекательная машина. Но, во-вторых, это вообще ваш Буллет. Он у нас на розыгрыш остался, поэтому трогать я его сильно не хочу. Кстати, итоги уже совсем скоро подведем. Просто лайков чуть не хватает. Мы с вами на рынке каких-то ужасных машин. Ну, они в прямом смысле ужасные и, кстати говоря, очень дешевые. Эсперанто! Всего лишь 520 тысяч. 480 тысяч. Ну, я думаю, здесь уже проблема будет не в цене, а просто в нашем выборе, что мы будем с вами брать. Смотрите, Hermes, какая красивая машина, а? Я думаю, это отличный выбор, поэтому можно брать. Продано! Блин, самое плохое, что это написали в общий чат. Просто я не хотел, чтобы игроки сервера видели, какую тачку я купил, хотя мне кажется, это толком никто не заметил. Алло, дурень! Смотрите, что он делает. Не твой день. И да, я случайно дал мут вместо Джейла. Извиняюсь. А ты вообще откуда взялся? Так, ладно, ехать мне надоело на этом говне. Давайте уже телепортнемся просто. Че? Ха-ха-ха. Спасибо. Я надеюсь, вы не забыли, что транспорт мы будем прятать. И также, чтобы был какой-то интерес его искать, мы будем в багажник складывать к нему разные аксессуары каждые 5 минут. Естественно, когда ее найдут, победитель заберет все, что мы туда накидали. Возможно, это будет не самое лучшее место, но, тем не менее, оно хоть как-то будет забавно выглядеть. Так. О, блин. Так, пацаны, до нас докопался какой-то армеец на патриоте. Тачку я не стал прятать, он бы спалил сразу наше место. Чё ты хочешь? Так, все, он уехал. Он вроде бы уехал. Блин, ну это будет проблемно, лишь бы... Самое главное, чтобы нас никто не заметил, пока мы будем ее прятать. Так. Мы сейчас стоим вот между этими скалами, и здесь слева от них есть вот такая яма. Ну блин, если проезжать на тачке, либо пешком пробегать, вы эту яму вряд ли заметите, она... Ну блин, она реально плохо заметна. Ладно, мы ее вот... Так, скидываем. Может, куда-нибудь... Машина у нас припаркована, но, честно, я понимаю, что это, ну, это в дичь. Нам жопа будет буквально за несколько минут, поэтому сделаем немножко интересней. Только я не совсем уверен по поводу зеленых кустов в пустыне. Мне кажется, я сейчас сделаю только хуже. Ну что, народ, делайте свои ставки. Сделал ли я хуже? Это еще больше внимания привлекает. Либо наоборот лучше. Если бы мы летели на вертолете, в принципе... Замечательно. Если это бронзовая рулетка, то это, ну, 1 миллион. Скин Дианы Шурыгиной. Я думаю, тоже что-то стоит. Страшная маска. А еще мы с вами в банк заскочим. И купим немножечко евро. Приз мы подготовили. Теперь давайте валим оттуда. Где-то на карте спрятана старая тачка с открытым багажником. Первый, кто найдет, получит все содержимое. Ну и деньги от меня. Удачи. Так, ну что, МПшка у нас началась, айдишники все свои пишут, и остается лишь только сидеть и следить за ними. Так, Алиса и Вада решили начать поиски с воды. Это, конечно, интересно, но я сомневаюсь, что я прятал бы машину в воде. Хотя, это идея. Так, Fade Die, ну, типичный водитель с ковшом. Все нормально, мне кажется, здесь все под контролем. Все нормально? Конечно! Видите, я же говорил, у него все в порядке. Так, заместитель семьи Джей Скор у нас поехал по туннелям. Тоже неплохо, неплохо. Но я еще, кстати, никого не видел в районе армии Лас-Вентурас, ну, либо тюрьмы на Аризоне. Ребята написали, что нашли транспорт, но нет. К сожалению, это не мое. Знаешь, какую сторону? Нет. А хочешь, скажу? Давай. В теории искать надо примерно вот в эту сторону. То есть немножко вот туда. Так, и в чате сообщение, что кто-то нашел. Они уж...
Они уже нашли! Я так счастлив! Да, Марко, я тебя поздравляю. Ну, так уж и быть. Багажник у нас пустой, как я понял, он уже... И 10 миллионов еще в подарок. Так, мужики, пока вип-чат вам передает всем привет, мы перепрячем тачку еще разочек. А, вон. Вот сюда сбоку вы заезжаете. И здесь вот такая есть парковочка. Блин. Давайте спрячем ее здесь. Второй раунд у нас начался, поиски пошли. Так, главное в этот раз хотя бы не пропустить победителя. Я хочу увидеть, как кто-то будет сюда подъезжать. О! Доброе утро! Так, ребята, все продолжают искать, объезжают гетто. По-прежнему наш инкассатор Никита Марио кружит вокруг этого отеля. Но это уж слишком подозрительно, но... Так. Здесь поступило сообщение, что нашли машину, но... Нет, это... Не она. Так, Кайл Кингсайд, полицейский, который тоже решил заработать бабулета. И многие реально отправились в гетто. Так, и смотрите, подбегают, проверяют багажники, но нет, все закрыто. Ну ладно, довольно долго в этот раз не могут найти, поэтому даем небольшую подсказку. Машина в Лос-Антосе, не в гетто. Так, ну, облетая наш... Стоп. Как вы находите? Я опять пропустил, что он нашел машину. Как вы это делаете? Вы серьезно, блин. Ё-моё, как я вас не замечаю? Это капец. Ладно, как раз дадим ему вот эти 2500 евро. Я думаю, это заслуженный хороший приз. Так, раз вы так хорошо ее ищете в городах, в этот раз мы спрячем ее не просто на горе Чилиот, а где-то рядом с горой Чилиот. Так, Сашко, ты что там творишь? Саша, хватит купаться, губы синие уже. Идея такова, сейчас я ее упрячу где-то под горой Чилиот, вот где-то здесь, прям под горой, под деревьями, где ее будет тяжело заметить. Машину здесь и вправду не видно. Сюда еще доехать надо, чтобы ее найти. Слушайте, даже и с этой стороны ее не видно, потому что гора все перекрывает. Я думаю, это очень... Очень-очень хорошее место. А самое главное, в вип-чату мы напишем, что машина спрятана, ну, где-то на горе Чилиот. Я думаю, это будет не так просто найти. Третий раунд. Машина спрятана где-то на горе Чилиот. Победителю 25 миллионов. И через пару минут здесь появляются уже новые машины. Вон таксист полетел вперед, все летят на гору Чилиот. Вот наши ребята, которые ищут мою тачку, чтобы заработать бабулета. Так, Ника Янг решил проверить не только гору Чилиот, но и все места здесь. И знаете, меня это немножко напрягает. Мне это не нравится, Ника, что ты тут что-то шурдишь. Едь наверх и не шарься тут. Вы же понимаете, вот за тем углом моя машина. Ух ты, меня крашнуло. Так, народ, меня крашит каждую минуту, поэтому оставшиеся 20 миллионов, которые я обещал дать за последний третий раунд, я разыграю, как обычно, в комментариях. Пишите под видео свой ник на Arizona RP Mesa, и одному случайному, без каких-либо предупреждений, я просто зайду. Если вы будете в сети, я отправлю вам 20 миллионов вирт на ваш банковский счет. Поддержать лайком и не поленитесь подписаться. Всем пока.